Так, друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ по каталогу, действующему. На экране вы уже можете видеть следующий каталог. И давайте же посмотрим. Начнем мы с вами с акции «Выбор за тобой». Скажу сразу, что я заказ оформляла в пересменку каталогов. И, естественно, все товары были доступны к заказу по данной акции. Как я и планировала, я вам сейчас покажу. Я заказала вот такой вот наборчик Hair X. Постараюсь сейчас сфокусировать. Вот этот вот наборчик. Я его как раз таки успела заказать. И давайте же посмотрим, что в него входило. Первое. Это, конечно же, шампунь из серии Advanced Care. Вот такой вот. Для окрашенных волос. Это то, что мне нужно. Потому что я свои волосы как раз-таки недавно вновь окрасила в цвет эспрессо. Подстриглась. Я надеюсь, что в ближайшее время я сниму видео и вам все расскажу и покажу. Также в этот наборчик входил, соответственно, кондиционер для окрашенных волос. Также в объеме здесь 200 мл. Небольшой объем, но тоже приятно. Следующее. Это у нас маска для волос с фитонутриентами. Это из новой коллекции 200 мл. Ничего вскрывать сейчас я не буду. Здесь все у нас запаяно, как, в общем-то, во всех товарах продукции Oriflame. И давайте же мы с вами посмотрим далее. Далее, что входило в этот же подарочный набор, это у нас туалетная водичка Enigma. Я скажу сразу, я эту туалетную водичку еще не пробовала. Я абсолютно не знаю, какой она имеет аромат, потому что я тоже страничку парфюмированную не тестировала. Приятно, что туалетная вода пришла именно в слюде. То есть вы видите, да, что здесь все упаковано, укомплектовано. Ну и давайте мы ее с вами вскроем и посмотрим, что же это за аромат. Флакон, коробочка сама по себе очень большая. И давайте посмотрим, как это все у нас с вами здесь упаковано. Вот такой вот оригинальный флакон. Немножко он такой вот весь в белых крошках, но это ничего страшного. Вот такой вот оригинальный флакон. Он по размеру, посмотрите, практически как бальзамчик, да, для волос. Сама водичка открывается вот таким вот образом. Здесь у нас всего лишь 50 мл. Но это, в общем-то, достаточно интересный такой гранатового цвета стекло. Достаточно солидно выглядит. Ну и сейчас я протестирую этот аромат. Я уже его нанесла только что. Потом вам про него скажу свои впечатления. Ну, на первый взгляд, конечно, это шипровый аромат. Аромат для осени, для зимы. Не могу сказать, что для лета. Для лета он слишком сладкий. Но на холодный период времени, я думаю, что он себя очень хорошо проявит. И надеюсь, что мне очень понравится данный аромат. Я буду его использовать. Ну что же, давайте перейдем к основному заказу. Кстати говоря, хотела еще сказать по поводу этой акции. Очень многие коллеги, партнеры говорят, что на третий день после начала действия каталога уже многих наборов не было. Ну, конечно, не было, потому что за 199 рублей получить вот такой вот набор, который стоит в реальности более 3000 рублей, это, конечно же, акция просто вау.
Поэтому старайтесь в такие моменты оформлять в первые дни. Ну, даже можно в первый день желательно оформить и потом получить свои подарки. Итак, давайте приступим к основному заказу. Что же было у меня в основном заказе? Товаров не так много, но они все мне нужны. И, конечно же, давайте мы с вами начнем, продолжая тему парфюмерии. Я хочу вам показать, конечно же, это та самая водичка Sublime Nature Тонко Бин. Тоже она приходит вся в слюде, упакованная. Это парфюмированная вода 50 миллилитров. У меня такая водичка сейчас есть. Я ее открывать не буду, я вам покажу. Вот такая вот водичка у меня сейчас стоит на туалетном столике. Здесь, смотрите, уже совсем чуть-чуть, меньше половины. Но мне очень нравится этот аромат. Я уже о нем очень много раз говорила. Есть еще в этой серии с ароматом, с нотой туберозы. Но тубероза мне не очень нравится. Не знаю почему, возможно, как-то не нравится, как она на мне раскрывается. Вот от Тонко Бин я просто балдею от этого аромата. И, ну, много говорить о нем не буду. Тестируйте, если кто еще не пробовал, и наслаждайтесь безумным ароматом, потому что, ну, в коллекции Oriflame вот именно такая линейка, да, которая, ну, просто вот имеет такой эффект, такой долгоиграющий шлейф, это, конечно, претендент на завоевание сердец многих и женщин, и мужчин. Я очень хочу сказать, что мужчинам очень нравится этот аромат. И многие даже не знают, что же это за шлейф. То есть, ну, у меня есть такие люди, которые вот спрашивают, а что это, а что это. Но кто-то уже из них понял, что это все-таки там не дезодорант, да, не спрей, не масло для тела, что это именно парфюмированная вода. Имеет такой приятный долгоиграющий шлейф. Итак, давайте пойдем дальше. Следующее, что было в заказе также, давайте продолжим, наверное, линейку крем для лица. Этот крем был заказан из серии Milk and Honey, ночной крем увлажняющий. Я беру его первый раз. Я взяла как плату за доставку. Так, здесь у нас с вами, давайте я вот так поставлю, есть инструкция. Ну, инструкцию можно потом почитать, в принципе. И сам кремушек. Крем сам выглядит вот в такой вот стеклянной баночке Milk and Honey. Отсвечивает все. Он, конечно же, запаян. Сейчас я вам его тоже покажу. Здесь все закрыто. И вот такая вот приятная, большая, широкая баночка, в отличие от баночек серии Optimals. Попробую, потом вам расскажу. Сейчас наша кожа, как никогда, конечно же, нуждается в увлажнении, потому что уже осень и активные ветра начинают дуть, поэтому надеюсь, что крем мне этот очень понравится и подойдет. И давайте продолжим тему. Так, следующий товар это у нас из серии Феминель. Были эти продукты по очень хорошей цене. Я взяла с розовой водой. Очень надолго хватает. Здесь 300 миллилитров. Очень приятный аромат. И, в общем-то, экономно используется. Следующее это новинки. Новинки этого каталога. И давайте, наверное, начнем мы с вами с мыла. Dream and Soft. Не буду сейчас пока его вскрывать. Он до 5-21 года срок годности. Мыло ничем. Хотя нет, каким-то приятным таким нейтральным ароматом пахнет сквозь эту упаковочку. Чем мне нравится мыльца Oriflame? Они не размыливаются в мыльнице, они очень долго используются, то есть экономно. Я уже про это много раз говорила. Повторяться не буду. То есть мыло очень хорошее, можно брать. И следующее это, конечно же, коллекция новинок из серии Swedish Spa.
Я взяла не все продукты, я вам сегодня покажу только два продукта. Камера как-то не очень хорошо фокусируется. Давайте начнем с первого. Первое — это у нас расслабляющая ванна, нет, не расслабляющая, масло для ванны. Вот в таком вот варианте. Очень приятный дизайн такой, радует глаз. Нет никакого буйства красок, то есть такой вот сдержанный европейский такой вот стиль пастельный. Здесь 200 миллилитров в самом этом масле. Ну, его можно, в принципе, то есть смысл в том, что вы просто наливаете в ванну, принимаете, соответственно, и расслабляетесь. Ну, это вместо либо пены для ванны, либо вместо соли для ванны. Приятно очень пахнет. Сейчас я постараюсь вам показать, как это все выглядит, то есть как и положено. Во всех баночках с маслом есть вот такая вот маленькая дырочка, сквозь которую выходит, соответственно, данное средство. Само по себе оно достаточно жидкое, то есть, в общем, достаточно, я думаю, будет вот такой вот крышечки, если вы нальете ее в ванну. Но это уже надо смотреть, тестировать. Я собираюсь это сделать в ближайшее время, потом вам обязательно расскажу. Может быть, даже в комментариях к этому видео подпишу, пока не могу сказать. Следующее — это у нас с вами масло для душа. Оно пришло в упаковке, то есть масло приходит без упаковки, а именно масло для душа, то есть, условно говоря, как гель для душа, приходит вот в такой вот красивой коробочке. И давайте посмотрим. Здесь у нас с вами тоже, по-моему, 200 миллилитров, но цвет уже другой. Вы тоже можете видеть, что средство достаточно жидкое. Так, ну и здесь имеется вот такой вот дозатор, как на гель для душа. Не знаю, сейчас будет видно. Попытаюсь вам вот здесь вот показать. То есть вот так вот она закрывается и открывается. Ну и давайте протестируем. Аромат такой приятный, знаете, как будто бы вот, ну, что-то такое ароматическое, как на... Не могу вам описать. Раньше вот в детстве у нас были в санатории, где я отдыхала, периодически были аромакласы, если я не помню точно, как они называются. Смысл в том, что там была какая-то ароматическая лампа, в которую вставлялись какие-то аромамасла. И у нас вот была там включена приятная музыка, и мы релаксировали. И вот какой-то похожий такой запах какого-то вот приятного такого масла, арома масла, напоминает мне и вот эта вот серия Swedish Spa. Очень приятный аромат и, в общем-то, такой ненавязчивый. То есть он как бы нейтральный, не будет вам надоедать однозначно. Так, что же могу вам сказать на данный момент про водичку туалетную Enigma? Шипровый сладкий аромат. Вот это все, что могу сказать. В принципе, пока конкретных никаких моментов нравится, не нравится, точно определенно нет. Ну, что-то нейтральное. Позже вам обязательно все расскажу. И последний товар, который был заказан в этом, сделан в этом каталоге, это новинка. Тональная основа Giordani Gold с SPF 18. Это новинка. Значит, здесь цвет у нас получается слоновая кость. Это универсальная тональная основа, которая придает вашему лицу блеск. Но не жирный блеск, да, а естественный блеск здоровой кожи. Я сейчас, конечно, постараюсь показать вам именно этот оттенок, но не уверена, что у меня получится, в связи с тем, что сейчас свет не совсем правильно передает цвет. Итак, во-первых, что хочется сказать. Это у нас с вами стеклянная баночка. И вот таким вот образом она выглядит. То есть она достаточно небольшая. Ну вот, если сравнить мой палец, то вы можете видеть, как она открывается. Снимается колпачочек.
Здесь есть, как вы можете видеть, дозатор, на который вы нажимаете, и средство выходит. Ну, давайте попробуем нанести. Не знаю, насколько получится показать. Вот такая вот основа. Сейчас постараюсь показать, чтобы можно было как-нибудь это все сфокусировать. Ну, она, конечно, очень достаточно приятно и быстро. Я что-то очень много нанесла. Быстро она растушевывается. И, собственно, не могу пока сказать вообще, как-то она проявляет себя или нет, но цвет с рукой именно идеально сливается. Но мне нравится, как она лежит. Ну, я как-нибудь сделаю с ней обязательно макияж и вам все покажу. У меня уже была тональная основа антивозрастная от компании Oriflame, именно Giordani Gold. Мне эта серия очень понравилась, потому что основа действительно, во-первых, держится очень долго и очень интересно себя ведет. То есть можно даже не наносить абсолютно никакую пудру. Ну, вот вы сейчас видите, не знаю, видна разница или нет между вот этой, да, половинкой руки и вот этой вот. Не знаю, не могу вам ничего сказать, но надеюсь, что разница какая-то есть. Что ж, это был весь мой заказ из компании Oriflame. Сейчас мы с вами посмотрим уже следующий каталог. Оставайтесь со мной. Так, давайте мы с вами посмотрим новый следующий каталог от компании Oriflame, который будет действовать с 8 октября по 27 октября. И на первой страничке вы уже можете видеть новую парфюмированную воду Eclair Mon Parfum. У меня есть пробничек данной водички. И давайте посмотрим, что же у нас входит в этот аромат. Я уже его нанесла. Действительно, чувствуется зелень, свежесть и какой-то вот этот вот цветочные нотки. И что мы с вами видим? Что здесь у нас входит ирис, гелиотроп, груша, нота груши, фиалки, розовый перец и есть еще аккорд Делер Будуар. Вот это очень интересная нота, которая раскрывается удивительным таким вот свежим и цветочным приятным шлейфом. И давайте мы с вами пойдем сейчас дальше. Я чуть попозже про нее расскажу. Пока пусть она 10 минут раскрывается. Ну и здесь у нас с вами есть для тех, допустим, может быть, у кого нет такого пробничка, но есть каталог, есть возможность отклеить данную пленочку и почувствовать аромат. Мне, в принципе, что нравится в этом аромате? Мне нравится свежесть и зелень. Очень я люблю данный такой вот шлейф, но я не могу сказать, что он подходит для зимы. Мне кажется, он больше на весну. Хотя сейчас еще у нас только конец сентября. Ну, где-то вот на переходный период, то есть на октябрь, эта водичка идеально подойдет, но не для зимы. Она слишком легкая. Но, знаете, есть люди, которым наоборот нравится зимой, да, когда холодно и пахнет только мандаринками или какими-то шипровыми ароматами. Хочется, конечно, нанести на себя что-то свежее и окунуться в зелень и в лето, почувствовать солнечные лучики на своем теле, лице, ну и, собственно, подумать о лете или об отпуске вполне можно и зимой носить данный аромат. Что хочу сказать, здесь в следующем каталоге будет акция, то есть при заказе на 500 рублей любых товаров из этого каталога вы можете купить данную водичку по спеццене за 1649 рублей. Ну, естественно, это цена для тех, кто не является партнером компании Oriflame. Кто является партнером, для того данная водичка будет еще дешевле. Если кто-то хочет стать партнером компании Oriflame, пишите или регистрируйтесь по ссылочке ниже под этим видео. Ну и давайте посмотрим, что я планирую заказать. У меня заканчивается
лаки на осенний период. И я планирую заказать вот такой вот цвет. Это у нас фиолетовая галактика. Сейчас вы видите полностью, как 100% передается данный цвет. Вот такой вот темный бордо я планирую приобрести. У меня сейчас на ногтях, пользуясь возможностью, лак «Королевская лазурь». Вот если вы видите, по-моему, да, или нет, «Океанская волна», скорее всего. Вот этот лак «Океанская волна», он у меня заканчивается, поэтому я планирую себе прикупить еще лак новенький. И давайте пойдемте дальше с вами. В следующем каталоге будут хорошие цены на зубные пасты. И здесь мы уже с вами видим несколько видов зубных паст. Ну, в общем-то, всю серию мы с вами и видим. Я планирую приобрести кристальную белизну и экстремальную свежесть. Очень мне нравится, как данные пасты ухаживают за полостью рта. Я вижу эффект, в том числе, отбеливания. Несмотря на то, что я пользовалась пастами других фирм, не так они эффективны, как паста компании OptiFresh, компании Oriflame. Так что я вам советую обязательно попробовать. Следующее, что я планирую, и я уже что-то, по-моему, я не пропустила, это, конечно же, начинается у нас с вами октябрь, и пришла пора пить витамины. Вот, собственно, следующая моя покупка из серии Wellness – это витамины для женщин Wellness Pack Woman. Собственно, я уже про них тоже рассказывала. Туда входят у нас и мультивитамины, минералы, астаксантин и омега-3 две штучки. Очень тоже эффективные средства против всяких гриппов и других, в общем-то, заболеваний. Поэтому, кто не пользовался, не пробовал данные витамины, я вам советую попробовать. Никаких противопоказаний особых против них нет, так как это не считается витамины, да, но по факту это БАД. Вот, но фактически это витамины, да, то есть эффект имеют они именно такой. Также здесь можно отдельно, если кто-то желает, приобрести комплекс омегу-3 и тот же самый астаксантин, и мультивитамины для женщин и для мужчин. Следующее, давайте посмотрим, что же у нас с вами здесь есть. Это новиночка мужской водички туалетной Eternal Man. Вот такая вот интересный аромат. Молотый кориандр, жареный каштан и аккорд мраморной древесины. Очень, я думаю, интересный такой шлейф будет от него, надо будет обязательно приобрести. Следующее, это новинка тоже женской парфюмированной воды Luminescence. Здесь у нас с вами будет нотки аккорд электрического заряда, жасмин и светлая древесина. Тоже какой-то, наверное, интересный такой вот восточный пряный аромат. Ну, надеюсь, что мне тоже понравится. Следующее, это, конечно же, да, я здесь отметила два товара. Это у нас солевой скраб из серии Swedish Spa и увлажняющее масло для тела шведский спа-салон. Вполне возможно, что все-таки увлажняющее масло я тоже приобрету. У меня пока еще есть масло в ванной комнате, поэтому пока еще не знаю, буду приобретать его или нет. А вот скраб мне уже, конечно, нужен, так как мыло у меня закончилось. Следующее, что я все никак еще не могу купить, в связи с тем, что то продукция отсутствует на складе, то она присутствует. И в последнее время как-то мне шло недовложение данных товаров, продуктов. И я все-таки планирую купить мыло суперсемейку и шампунь для волос и тела тоже 2 в 1. Планирую я использовать, соответственно, я. Вот, и использовать именно как гель для душа. Ну, надеюсь, что получится, и все-таки в следующем каталоге я наконец-то приобрету данную серию и буду счастлива как слон.
И последнее, что также выходит у нас в новинках следующего каталога, это набор каштан. Всего за 199 рублей вы можете купить крем для душа 200 мл и крем для лица и тела 2 в 1. Я планирую его использовать, естественно, как ночной крем, скорее всего, для лица. Такие клиники в компании Oriflame выходят ежегодно в ограниченных сериях, и вообще любая ограниченная серия в любой компании быстро очень заканчивается, поэтому, конечно, нужно стараться оформлять именно средства как новинки в ближайшее время. И последнее, что также я упустила, это, конечно же, наше увлажняющее, смягчающее средство с гранатом. Его я тоже обязательно приобрету. Очень приятный аромат. Я уже рассказывала про данное масло и говорила, что это средство универсальное и что оно лежит у меня в аптечке. Но данную серию я планирую использовать перед сном, нанося на губы как увлажняющее средство, чтобы утром у меня губы уже были готовы к декоративной косметике, в том числе к нанесению помады. Это очень важно. Ну что же, собственно, каталог следующий будет очень богат на новинки, на скидки, на распродажи, как обычно это делается в компании Oriflame. Вот, но очень приятно вообще, конечно, выразить благодарность этой компании в том, что она практически каждые там 2-3 месяца выпускает какие-либо новинки в уходе за телом, в уходе за волосами, парфюмерии. То есть компания, в общем-то, идет в ногу со временем и периодически выпускает какие-либо новинки или товары из ограниченной коллекции. Это, конечно, приятно, и приятно покупать что-то новое, пробовать, тестировать и находить свои любимчики в парфюмерии, либо в косметике декоративной, либо в средствах по уходу за кожей, тела, лица и так далее. Поэтому посмотрите, следующий каталог, конечно, очень толстый, большой, и здесь очень много всяких хороших цен на продукты. Ну и что же я могу вам сказать по поводу вот этой вот парфюмированной водички Eclair Mon Parfum? Есть какая-то здесь нотка. Опять же, я не могу сказать, что. Скорее всего, это мускус. Вот чувствуется. Или пачули. Что-то из этих вот каких-то компонентов я не очень люблю в сочетании с какими-либо другими нотами. Хотя вот когда я только нанесла этот аромат, он мне, конечно, очень понравился. Он перекликается с основным ароматом Экла, который есть у компании Oriflame, вот который был предыдущий фиолетового цвета водичка. Что-то в нем есть, но мне очень нравился он в начале. Вот когда вы только его наносите, он действительно свежий, такой вот зеленый, такой вот легкий аромат. Сейчас он немножко такой вот цветочный более, то есть он пряный, такой цветочный, сладенький аромат. Но есть и поклонница данного аромата, вполне себе даже подойдет. Я пока ничего сказать не могу про данный аромат, я его буду тестировать и уже потом позже вам расскажу. Ну и пару слов, пользуясь возможностью, хочу сказать про эту водичку Enigma. Это я уже так неправильно закрыла, но не суть дела. Ну, такой сладкий шипровый аромат на любителя. Не могу сказать, что он мне понравился. Конечно, буду его использовать вот в холодные дни нашей московской зимы. Вот, но прям вот сказать, что вау, нет, точно, что не вау, но приятно, приятно получать подарки от компании, поэтому пусть будет, может быть, кто-то захочет у меня его забрать.
Вот. Ну что же, это был весь мой заказ из компании Oriflame. Если кто-то вдруг желает подписаться и стать партнером компании, ссылочка для регистрации находится внизу под этим видео. Есть возможность зарегистрироваться самому по ссылке через официальный сайт. Или если вы хотите вдруг получить подарок от меня, более 1000 рублей, вы можете написать мне в личку или на почту. И мы с вами зарегистрируемся, и вы, соответственно, уже получите подарок. Ну что ж, дорогие мои, всем отличных выходных, всем пока-пока!